Ну а тем временем в высшей лиге Б чемпионата России по волейболу прошли игры третьего тура. Волейболисты Дагестана одержали две победы над краснодарским ЦОП и майкопским Динамо МГТУ. По итогам третьего тура Дагестан с 27 очками поднялся на вторую строчку чемпионата. На первом месте располагается воронежский Кристалл Черкизово. У них 29 баллов. Следующие матчи дагестанская команда проведет 22 и 24 декабря в Махачкале против Грозные-2 и Южно-Сахалинского ЛВАРИ Сахалин.